Вы личность мою удостоверили? Да. Я являюсь членом избирательной комиссии Кировской области? Здесь с правом совещательного голоса. Разницы нет. То есть мы сейчас не будем это обсуждать. Вы мне скажите, хорошо, я являюсь членом избирательной комиссии Кировской. Здесь написано. Разрешите. Я являюсь членом избирательной. Вы же понимаете, я на запись. То есть мы будем с вами, пойдем в суд. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что я являюсь членом избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса? Здесь написано, что вы являетесь членом избирательной комиссии. Я не знаю. Я не об этом спрашиваю. Комиссия. Вы понимаете, вот вы сейчас должностное лицо, сотрудник полиции. Вы сейчас, находясь на службе, являясь старшим смены, вы понимаете, что я член избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса? Понимаете? Пожалуйста, пропустите меня, мне нужно пройти в помещение избирательной комиссии Кировской области. Антон Витальевич, как? Давайте я вам сейчас расскажу такое. Значит, по инструкции, которой мы руководствуемся в связи с выполнением своих непосредственных обязанностей. Да, простите, пожалуйста, с той стороны. У нас мы имеем право пропускать только председателей территориальных избирательных комиссий. В соответствии с законом о полиции мы обязаны требовать от вас, как от граждан, осуществления пропускного и внутриобъектовых режимов. Это статья 13 закона о полиции, пункт 25. Я ничего не превышаю здесь. То есть, я так понимаю, сейчас я созвонился с руководством роты, у вас была договоренность, что вы приходите до 5 часов. Время 17 часов. Время 17 часов. Павел Викторович, да. Вы здесь присутствовали с момента моего появления, правильно? Вы уже здесь стояли. То есть я уже стоял, когда вы подошли, да? Да. Отлично. Вот здесь у вас ведется видеозапись. Да. Я надеюсь, там время синхронизировано с московским временем, там, с космическим, с мировым, неважно с каким. У меня есть время. Я знаю точно, что я пришел сюда примерно без 5 минут, может быть, без 4 минут 5. То есть где-то в 16:55-16:56. Это подтвердит и Александр Александрович. А вы же сами сказали, что подошли уже после того, как я был здесь. Да, правильно? То есть, здесь. Да, я уже был здесь. Вот, видите, вы подтвердили, что нет, вы пришли. Я на часы не смотрел, я примерно сказал. Вот так оно, и есть. Так оно, скорее всего, и есть. Но я уже был здесь. Понимаете? Поэтому сейчас я-то пришел до 5. Но меня Александр Александрович не пропускал. Сейчас и вы меня не пропускаете. Сейчас ссылаетесь на то, что уже закончен рабочий день. 17 часов наступило. Но я пришел-то сюда до 17 часов. И вот этот вот сотрудник полиции Александр Александрович меня не пропустил. Ссылаясь ровно на то же, на что ссылаетесь вы, что у вас якобы проходят только председатели территориальных избирательных комиссий. Я не спорю о том, что у вас написано в инструкции. Дело в том, что я действующий член избирательной комиссии Кировской области. Это не оспаривается никем. Так я хочу пройти в помещение избирательной комиссии, членом которой я являюсь. Я не понимаю, почему вы меня не пускаете. Мы вас не пускаем. Если вы меня не пускаете, я прошу разрешения. Давайте я вас попробую объяснить еще раз. Я знаю, что вас это бесполезно.